Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала «Проще простого». Сегодня я расскажу вам, как проще простого, без лишних затрат, сделать чудесный салат из фасоли в кавказском стиле. Итак, что для этого нам нужно? Маленький кусочек капусты, головка лука, одна маленькая свекла, сырая. Я ее уже потер на корейской терке. Баночку консервированной фасоли. У меня фасоль просто отварная, вот сваренная. Была замороженная, я ее разморозил. Уксус, растительное масло, соль, сахар. Все. Приступим. Для начала порежем мелко головку лука. Лук режем тоненькими-тоненькими полукольцами. Чтобы лук дальше не выскальзывал, переворачиваем, режем с этой стороны. Лук порезали. Итак, лук порезан. В него добавляем по вкусу немножечко сахара, соли, уксусной эссенции, буквально капельку. То есть мы его маринуем. И немножко растительного масла. Хорошенько перемешиваем. Прямо так помнем немножко. Так. Все. Лук оставляем промариноваться. Далее нарезаем мелко капусту. Так, капусту нарезали. Чуть-чуть присолили. Немножко совсем. Можно сахарку. И вот так чуть-чуть помять. Немножко, чтоб дала сок. Чтобы она обмякла. Если есть молодая капуста, весенняя, вот прям молодая, это вообще будет здорово. Она очень сочная, мягкая и нежная. Ну вот у меня уже дает капуста сок. Все. Добавляем натертую свеклу. Я ее уже натер. И фасоль. Все перемешиваем. Далее
Добавляем нарезанную кинзу. Зеленая кинза. Именно кинза придает такой восточный привкус, восточную нотку. Нарезаем кинзу. Ее можно мелко не резать. Отправляем в салат. Итак, добавили кинзу. Если лук промариновался, но еще ждем минут, может быть, 10. Пускай он еще промаринуется немножко, и потом будем добавлять салат. Так, у меня постояло еще 5 минут. Лук у меня замариновался. Отправляем его в салат. Хорошенько перемешиваем. Как видите, салат очень просто. Буквально за 5 минут это мы все приготовили. Все хорошенько перемешиваем. Поэтому салату настаиваться не надо. Можно сразу подавать на стол. Вот салат готов. Пробуйте, друзья. Готовьте, удивляйте своих родных и близких. Ну все, друзья, салат готов. Посмотрите, как он прекрасно выглядит. Вкус просто потрясающий. Запах свежести идет на всю кухню, поверьте мне. Все. Если видео вам было полезно и интересно, ставьте лайки и подписывайтесь. Спасибо за внимание.